В результате авиаудара американских ВВС по госпиталю «Врачей без границ» в афганском Кундузе погибло 22 человека, включая сотрудников гуманитарной организации. Военное командование США признало, что авиация страны причастна к налету. Однако теперь в Пентагоне заявляют, что удар был нанесен по просьбе афганских военнослужащих. Военные Афганистана запросили огневую поддержку, поскольку находились под огнем. Местные военные, которых тренировали американские специалисты, сообщили, что их обстреливает противник, и запросили у Соединенных Штатов поддержку с воздуха, заявил командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл. Авиаудар ВВС США по госпиталю некоммерческой организации «Врачи без границ» в городе Кундуз на севере Афганистана был нанесен в ночь на 4 октября. В результате налета тяжелой авиации погибло 22 человека, включая сотрудников организации. Десятки пострадали.